Всем привет, дорогие друзья, с вами Red Fox, Battle Brothers, охотники наши. Итак, в прошлой серии мы не слабо так поохотились, некоторые так вообще. Нам срочно надо вывих плеча вылечить. Прям срочно. А у нас медицины 16 штук. А если мы посмотрим, сколько вывих плеча 12 стоит. Тут 8 и 15, вообще забейте. Так, я боюсь, этого парня мы увольняем, потому что у нас нет медицины. Тут продают медицину? Медицина 353. Дорого. Хотя денежки есть. Но нет. А по заданиям артефакт караван. Как раз можно в караване поехать. Можно поехать в караване. И пока едем... Блин, плохие цены. Подлечиться. Остальное мы на инструменты разберем. Инструментов, кстати, тоже 0. Тоже 353. Так, а сколько он... Плата... Размер инвентаря плюс 5. Раз, два, три, четыре, пять. То есть все, что дальше, пропадет. Ну ладно, как раз. Оставляй это, значит. Наследничку мы тебя оставляем в этой деревне жить. Ты хорошо нам послужил, выжил. Молодец. Дальше на пенсию. Так. Каннибал. Про каннибала я подумал тут. Есть перк быстрый шаг. Он, наверное, нам пригодится. Потому что алебарда с мастерством позволяет два раза шагнуть и ударить. А длинный тесак, например, не позволяет. Но если... быстрым шагом на одно очко действия шагнуть, а потом обычным шагом за два, то хватит на удар. То есть тоже можно два раза шагать и бить. Вот. Мало. А инициатива мне зачем? Вообще ни зачем не нужна, да? Получается, ни доджа, ни подавление. Вроде бы она вообще не нужна, кроме как для очередности хода. Будто бы да. Тогда вот так, хп, выносливость, чтобы жил. И если ничего боевого будет качать, будем ему повара вкачивать. Со страшной силой. Давайте караван. Неважно куда. Поехали. Нам нужно лечиться срочно. Так. Медик есть. Вот это лечите, пожалуйста. Так. 8 часов на лечение. 12 часов на ремонт. Хлам поразбирать. Шапка-то, кстати, неплохая. На 45. На тебе в задний ряд как раз. Ты ж на среднюю броню. Ну да.
Так, и две шапки по 35 тоже надо бы раздать ценным членам экипажа. Типа вас двоих подошьешь там по-быстрому сейчас. Так, кто будет разбирать? На боеприпасы ты идешь. В мастерскую идет. Так, а еще вот сюда идет. Мы же можем сделать теперь ожерелье Василиска. Травленное масло. Даже не знаю. Кого вот им травить? Сто 32 часа. Офигеть. Вдвоем за 77. Делайте вдвоем. Так, стрел тогда, ладно. Вот сюда нужен кто-то. Морковка нужна. Со стрел. Ты сюда. А тут как будто бы и само отремонтируется, да? Человек был, человек ушел. Ну ничего страшного. Вон, давайте вот так. Вот, как инструменты появляются, ремонт идет. Вывих плеча. Лечим. Вылечили как будто бы. До завтра заживет там, как обычно будет. А к вам мы едем вообще? Ага. Это крепость, да. Крепость не очень хорошо. Семь орков это еще хуже. А кто у нас в караване? Травма, конечно же, нифига не прошла. Семь орков? Вы нормальные вообще? Какие семь орков? Так, ладно, есть шанс их задизморалить. У меня три караванщика на подмоге. Я думал вперед выйти как-то перекрыть. Ну, кстати, со стражем в строю. Если кто-то из этих все-таки прикроет эту дыру, то как будто бы даже и норм. Ну-ка, наори на них. Нифига, попал. Красава. Так, уже ставим, наверное. Хотя мы раньше не ходили вроде. Ладно, ты не устаешь.
от стены копий. Поднимай. Может, мы поагрим их на эту клетку под два копья, из-за того, что можно арбалетчику не дать стрелять. Держи. Второй выстрел в голову. Хорошо. Хорошо, есть мастерство. Два удара хотя бы кинжалом остались. Щитом закрываться вроде не помогает от чарджа. Или помогает? Сложно сказать. Кнутом бы высекать без брони, ребят, вот их двое. Но непонятно, куда они пойдут. Но что-то все наверх собрались, к караванщикам в гости. Может, пойти уже в тыл? Попробуем. Так, чё, бросаем на удачу или дадим им почарджить? Эти ж не достанут, вот этот с холма может достать. А эти вроде не должны еще. Ну, я пусть поближе подойдут. Ага, металки. Ты что делаешь? Куда ты ворвался? Так, мы его испугали. Отлично, теперь пугай вот этого. У него и доспехи, и щит. Караванщики пошли отдаваться. Надо их в этом поддерживать, иначе их грохнут, а потом и за мной придут. Главное, чтобы они ваншоты не выхватили. А такое тоже может быть. Давайте подождем. Ну вот. Ты вообще теперь непонятно, нафига туда пошел, Улы? Давайте попробуем вот этого закидать всем, что есть. Караванщикам нужна помощь, или они умрут, а после них умрем мы. Попробовали закидать, перекрыли стрельбу тут же своим. Двое еще не в бою. Держи. У этого, может, тоже металки, поэтому он на холм залез. Если я подойду сюда, они в меня чаржнут, будет неприятно. Ход пропущу следующий. А если я подойду и подниму копье, они оба пойдут наверх. Там и так не самая приятная ситуация. Угу. Так, тогда давайте по мере поступления проблем. Начнем с этого фланга. Вот этот парень только сейчас может прилететь, вообще не вовремя.
Хорош. Но его, видимо, не любили ребята остальные, потому что на морали никак не сказалось. За спину караванщикам встать? Караванщики могут умереть прямо сейчас. Давайте свои-то. Испугала, молодец. Теперь этого пугай. Так, караванщики умирают. Пока они это делают. Так, эти два ходили, вот этот еще не ходил. Он будет бить караванщика. Он устанет. И тогда я могу ему под ребро запихнуть. Главное, чтобы он мне не прописал этой дубиной. Так. Этот парень в нас вчаржит, если мы останемся здесь. Эти два парня умирают, и у нас тут прорыв. А сейчас ходит вот этот, но он дальше этот клетки не пройдет. Пока что. Пух. Но так нечестно. Хорош. Отсюда, наверное, не надо отходить. Тут самое защищенное место сейчас, только вот тут. Но сейчас Гоцелем прикроет. Если успеет. Нормально, конечно, а чё нет-то? На скольки процентах он влепил? 21%. В голову, конечно, дубиной. На. Нас Рольф только ходит, чтобы дубину отобрать. Вот, вот сюда можно, конечно, заехать, троих взять, но эти трое скорее его возьмут. Фу-фу-фу. Пу-пу-пу. Попали, даже отравили разок. Ну какой смысл? Всех орков запугали, толку пока никакого.
Два раза по 53 мимо. Минус щит. Минус щит. Да сколько можно? Закрылся он, гад, щитом, видите ли. Нормально, 2 из 2, 72%, нифига, у нас давно орки такие меткие. Всю выносливость отдали. Ничего не написано, складывается ли яд. Потому что что-то непонятно. Кстати, возможно, надо было не бить, а щитом закрываться. И тут я зря заагрессировал. Нет выносливости отобрать оружие, попробовать. Тут парень без брони. Так, у кого ХП больше? У нижнего больше. Без моралька. Отлично. Почти, но он сейчас ударит в ответ. Хорошо, что не нас. Так, этого надо поджимать, чтобы он не чарджил. Гоблинским щитом нельзя толкнуть, к сожалению. В горке он нормально будет бить, мало не покажется. Я ж тебя не качал в защиту. У тебя защита 27 только от даджа. Только от даджа. Ты выхватишь в голову и приплыли. Лезь-ка сюда. На 10 урона. Яд не стакается. Он, может быть, продлевается по ходам, но он не стакается. Так, надо ли на клетку вперед подходить, чтобы бросаться? Хорош. Туда его.
Он, наверное, сейчас побежит, если его не схватить, а я не очень хочу его хватать. Можно было стену копий выставить, чтобы он туда не прыгал. А ну, пугай его еще больше. Понятно. Куда ты пошел? Ах ты гад, фраг тырить побежал. Дерись вон с тем. Это мой орк и минус вся выносливость. Итого мы догонять не будем. Пусть сваливает. Но пострелять ему в спину, конечно, в принципе, можно. Можно и догнать. Главное, в голову не получить этого тесака. Ладно, давайте догоним. Толпой-то одного забьем. Жаль, сейчас бы в голову было хорошо. И с прощитой ему. Сейчас меня накажут за мою наглость. Не хватает выносливости на обезоруживание. Ну хоть один раз попал. И не в голову. 66 урона броне. Нормально. Нормально. Стой, подыши. Все, готов. Один лишний удар выхватили. Ну ладно. Блин, фраг еще спер этот страж. По 200 опыта. Плюс пара человек по мордасам. Так, орковские шлемы. Для тяжей. Места не хватает. Ё-моё. Это что-то стоит? Это что-то стоит. Для моих арбалов-ворованцев, у которых нифига нету. И да, не самый плохой, если присмотреться к нашим тысячам. Так, левелап у тебя. Мастер копья, конечно же. Да, да. Мастер копья. Атака, выносливость. Додж, ну не додж, а инициатива у тебя, конечно, главный навык, но хп нимблисту грех не брать.
Съездили с караваном, полечились. В итоге наполучали по мордасам еще больше. Свежие грибы можно было выкинуть. Так, со щитами у нас напряжно. Либо гоблинский, либо баклер. Металлка еще. Можете вместо прощи пока металлок вылить? Арбалетчику можно. Ножика у нас нет никакого про запас. Дубина, кстати, хорошая. Тридцать сорок пять. Но кому ее использовать-то? Дубина хорошая. Это точно все надо чинить. На продажу без вариантов, даже при том, что у нас нет инструментов. Так, шлемы орковские. Не желаете ли утяжелиться? А, у тебя и так 30. Тебе на 5 только утяжелять можно. А тут... На 11. Это на шлепка. А это на 8. Это какой второй уровень брони? У меня нимблисты одни. Вот две средних брони. Ни одного тяжа. Тебе пойдет такая, слушай. Так, сломанный нос, у нас на него уже медицины нет. Здрасте, приехали. Ну, что-то как-то в долг засчиталось. Так, на ремонт точно нужен ремонтник. Все собираем остальные морковки. Черт с ними, со стрелами сейчас. Это комплекты для двух каких-нибудь оборванцев, которых надо нанять, чтобы заткнуть дырки в нашем первом ряду. Так, Гоцелем, сходи, помоги. Отлично. Отсутствуют медикаменты. Чё тут? Грядущий пир. Повара закупают продукты оптом. Ой, правда много платят за продукты. Но где мы взамен них новые возьмем?
Наши коконы с сокровищами все еще очень плохо берут. Медицина 400, инструменты 280. Инструменты надо брать, как будто бы. Чтобы починить хотя бы орковское оружие и продать его. Вот, кстати, я думал, вот такое копье этому нашему фланговому копейщику двуручное вообще без щита дать. Им должно больнее тыкать подходящих, по идее. Но за 1000 мы его сейчас покупать не будем. Хотя деньги, конечно, какие-то есть. Так, два самых дешевых на рынке бойца. Ну и настолько же бесполезных, как сколько они стоят. Бимбизоны на вас тратить, конечно, что-то жалко немножко. С другой стороны, потанкуют на ход подольше уже неплохо. Орковские можно выдать, конечно. Так, кому-то можно баклер, а кому-то уже и нельзя. Аллан левелапнулся. Стрелок из дробовика подавитель. Мне кажется. Да. Мне кажется, в этом есть какой-то смысл, а других смыслов у него особо нет. Есть медицина, инициатива и додж. Ну, чтобы раньше времени не помереть, пусть будет. Так, что же делать с медициной? Там вроде не было деревень, где она дешевая. Мы насобирали 4, мне надо 8 на лечение. Давайте копать морковку всей толпой. Разбирать нам больше нечего особо. Можно эти обноски разобрать. Но вроде не надо. Давайте-ка всех на морковь. Срочно. Вы давайте ожерелье быстрее сооружайте. Хил нужен. Остальные на морковь. Вы что вообще умеете? Они все понемножку умеют. И собирательство у них как раз есть. Отлично. Все, стоим. Собираем медицину.
сейчас, по идее, 4 собрано. Оно приплюсу. Он жрет медицину быстрее, чем мы ее собираем. Травма излечена. А, там в долг шло. Отлично. Ну тогда ждем полудня, наверное. Так. Не прошло еще. Не заживает из-за отсутствия медикаментов. Да ты издеваешься? Лечение прошло от 1 до 3 дней завтра. Ладно, хватит. Надо где-то продать наши сокровища. А тут черти где города. Крепость. Вот город. Раз. Крепость. Южный город. Тут деревни, замки. Вот еще город. Ну это вообще черти где. Пошлите вот в эти деревни, может мы тут что-нибудь заработаем по-быстренькому. Так, там я помню жесткие разбойнички для нас сейчас. А вот и орки. Вспомнить бы еще. В русском переводе теперь сколько это? Немного. Немного это до 6 или 6. Без каравана нам начистят. Так, вывих плеча зажил наконец-то. Ну а тут что там, нос сломанный? Нос сломанный не так страшен. Он еще заживет скоро. Все, отлично. Отлично. Знать разбойников на 4 черепа. Вот это здрасте. Наверное, нет. Ужасы в лесу. Так, что у вас? Паучьи твари. Опять логово лезть. Опять лезть в логово. С похищенными жителями. Кстати, а у тебя что за пушка? А, это гоблинская. Нам в этот орковский ассортимент продать? Какой красавчик. Логово паучара. На сколько черепов? На 2 черепа. У меня бойцов 2,5 на самом деле нормально. А если их еще куда-нибудь закинет, так что фиг вылезешь. Получится неприятно. Давайте обождем. Не буду этот квест сейчас брать. И эти 2 тоже мне не подходят. Медицину 273, кстати. Хотя у них тут куча дебафов. Надо взять, а то мы ее полгода собираем. Пошли вот к этим ребятам
По соседству сходим. Спросим, как дела? Есть ли что интересное? Защитить поселение, охота, изгнать разбойников. Так, выследить угрозу. Вот, это нормально. Это мы. Еда, правда, заканчивается. 9 лютоволков. Чьи это следы там? Девять лютоволков, боюсь, нас тоже порвут на изи. Они там наверняка бешеные. По три атаки в ход. Нам нужен какой-нибудь караванчик на помощь. О! Вот и он. Давайте быстрее. Вот они, мы такие вкусные. Вы догоняете, вы уже догоняете. Повозки, охранники, караванщики. Рассвело как раз. Немного. Писала немного лютоволков, по-моему, да? 9, это немного. Ведь там 9 орков в хижине сидит. Сейчас бы я зашел в гости. О, ты как раз не любишь. А, ты боишься чудовищ. Я думал, ты лютоволков не любишь. Так. Вот что я могу сказать. На самом деле все зависит от того, как себя караванщики сейчас поведут. Мы можем встать в оборону здесь. Если они прикроются на фланге, будет нормально. Но они сейчас могут побежать в атаку. Тогда нам тут оставаться в заднем ряду смысла особо нет. Так. О, отлично, они в атаку не идут. Вот вы два козла. Я хотел сюда отойти. Этим парнем с фланга. Теперь придется сюда. Можно треснуть разок, но у него еще шкура не пробита. Так, поднимай копье, получается. Стоим тут в обороне. Ну-ка, пугай их. Так. А вот он уже и без брони. Нормально он за спину запрыгнул.
пытался укусить Альберту, а не Констанцию эту. Как так? На 14%. Опа! Прорвали нашего копейщика. Тебя мы, скорее всего, зарежем и так. Сверху много народу, снизу мало. Снизу проблемки. Хорош. Так. Ну, сутулая. Мы в нее не попадаем еще. Тут надо бежать. Куда-то. Если я сюда залезу, то пока не съедят этого караванщика, мы в безопасности. Но когда его съедят? Его съедят, я думаю, быстро. Давай по сейвове. Так. Ой, вообще хорошо. Два выстрела в башку. Так, никто не испугался. Не трожь фраг. Опа. Да как ты его не проткнул ты ему шкуру-то с уроном. Опа. А ты откуда вылез? В кусте прятался, я и не знал. Так, чё мы тут подходим? Он уже ходил, кусался. Подождем. Так, надо дорезать. Враги нам нужны. Ага, испугался. Так. Вот гад. Тырят фраги.
Ага, кнутом не нравится. Мегамув. За счет берсерка заскочили на холмик обратно еще. И фраг забрали. Так. Подожди. Это надо брать тепленьким, пока он не убег. А еще так, чтобы его караванщики у нас не отжали. Он ходит раньше вас. Злыдни. Там вам нормально один на один, да? Ну, развлекайтесь. Испугался, бедняжка. Так. Ну-ка, постукай, а потом мы, может, подстрелим его. Да куда ты влез-то? Ну, мы все равно будем пытаться его дострелить. Любой ценой, знаешь ли. Этого окружать, не окружать. Девяносто пять процентов мимо, конечно же. Сколько он? 100 выкинул? 100. Кто бы сомневался. Так, этот наш. Кура даже выпала. Так, пробуем вон того забрать. Пофиг на то, кто тут мешает. Не надо было туда лезть. Так, ну там сожрут, сюда мы тоже, наверное, уже не успеем, но пойдем прогуляемся. Нет, вот ты урод. Ай, закрыл я эту дырку ему, он воспользовался. Хорош. Из-под носа сперли фраг. Пицевой.
Ну, блин, ты не мог два раза попасть. И шажок я забыл сделать. Надо было отойти, чтобы арбалетчик подошел. Так, в общем, вообще учиться и учиться тырить фраги. У этих помощничков. Злыдня. Ну ладно. Левел ап, три шкуры. Так, три шкуры. И левел ап, конечно же, нимбл. Конечно же. Выносливости нам маловато. Но легкие есть. Извините. Надо просто чаще ими пользоваться. Может, инициативки еще докинуть? Давайте еще инициативы. У него тут есть свобода действий, которая с инициативкой очень хороша. Первый, седьмой уровень? Да, вы, ребятки, немножко отстали. Так, пойдем заберем наши деньги и посмотрим, как дальше быть. Ну, в смысле, посмотрим в другой раз. Серию будем заканчивать на этом. Ну, так-то мы готовы. Только надо, наверное, вот так все-таки встать. Так, это получается закрыт, а этот открыт, наверное. Арбалет, да, арбалет тогда открыт. Ну тут копье. Кстати, ты меткий, ты нифига не меткий, дубину тебе дать. Я думаю, просто до деревни добежать. Они все за нами пойдут. Сдать квест. Или сразу на них напасть. Ладно, наверное, следующую серию начнем сразу с разборок. С разбойниками. Потом сдадим квест и уже будем думать, что дальше делать. Спасибо всем, что смотрели. Всем удачи. Всем пока.